Надоело играть на серверах с завышенными рейтами? Проседает FPS от застроенной карты? Тогда тебе на линию грез. Рекомендую посетить новый, хардкорный, лицензионный сервер Rust Dreams. Здесь вы найдете такие моды, как добыча ресурсов, X1, RPG-система, кланы, Friendly Fire, стаки, хомы, ТП, ремув, только своих построек, рейд-блок-система, онлайн-игровая карта, мощный античит и банхаммер. Адекватная администрация 25+. Бонусный баланс в донат-магазине каждому новичку. И многое другое. Сервер стоит на качественном железе. Всем привет, ребят, с вами Лего, и мы продолжаем играть в Рустецкий на сервере Rust Club 3. Это процедуралка, подожди, Kit Hunter надо быстрее ввести. Быстрее вот это ввести, и он тоже пишет Kit Hunter. Давай, прописывай, пожалуйста, чувак, ну. И я думаю, что он... Блин, он не записал нифига Kit Hunter. А я думал, что он торопится сделать Kit Hunter, и поэтому я бы его сейчас убил. Но по идее здесь что, по ресурсам нифига такого-то крутого нету. Ого, уже бронированные дома стоят, хотя я только, по-моему, пришел на вайп. Как-то это, по-моему, дико и жестоко. Наконец-таки, ребят, наконец-таки процедурал карты. Я уже забыл, как она выглядит. Ой, что это за звуки моей мобилы? Нужно отключить звук, чтобы я его не слышал. И здесь, я думаю, что мы будем ходить долго и счастливо. Будем кушать всякую шнягу интересную. И нам нужно сейчас как-то уходить налево. Смотрите, как красиво все тут нарисовано, все сделано, просто шик-блеск. А, я появился, как обычно, в самой заднице. И, о, на карте классно все теперь отмечается. И я должен пересечь вот эти горы. Я думаю, что я пойду отсюда, даже поплыву. Ну и пойдем мы вдоль этих гор. Ох, я же давно не видел процедурал карту. Реально давно, уже сколько, 3 недели? Примерно где-то так. Посмотрим, кто здесь есть. На сервере 100 человек, максимум 130. А, по-любому замесы в основном будут возле аэропорта. Потому что там можно вообще вырубать эти бочки очень быстро. И где шар не вижу? И, наверное, возле шара. Что есть, что я хотел сказать. Ресурсы я пока, наверное, рубить, не знаю, буду или нет. Хотелось бы, но сначала мне нужно понять, где будут дичайшие замесы бомжей. Хорошо, что кит-хунтер я прописал. Кстати, я могу бинтов наделать? Да, просто наделал очень много бинтов. И раз это процедуралка, я должен здесь просто находить, нереально много я должен находить кустиков, с которых подбирать коноплю. Возле дома теперь буду что-нибудь сажать, что-нибудь мастерить. И все в таком духе. Не спеша так бегать, воевать и что-то отнимать. Олени здесь есть. Я ведь играю не по хардкору, а по фанчику. Самому, чтобы было интересно. А другие пускай месяца там и делают там что-то непонятное, что-то доказывают мне, как бы на них наплевать. А вот на зрителей нет. Ну, я иногда тоже могу зажарить. Иногда тоже у меня это выходит. Что здесь? Опс. А куда я вообще иду-то? Так, я иду вроде правильно. Опаньки. Внизу какой-то домик, уже каменный. И этот парень сумасшедший, что ли? Зачем он здесь дом построил? Он хочет быть рыбаком? Там вообще кто-нибудь есть? Возьмем лук. У него что, нету... У него нету ни дверей, ничего. К сожалению. Ладно. А я думал, может быть, что-нибудь смогу замутить. Пойду тогда дальше. Мне нужно дерево нарубить и камушек, чтобы сделать нормальные стрелы. Вот такие вот. Те истрачу. Нифига себе. Опс, видел. Видел двоих. И, походу, дело уже в броне. Это плохо. Скорее всего, это бегают кит-випы, наверное. Но, по-моему, в первые дни кит-випы и прочая ерунда должна быть отключена. Но, возможно, они нашли... О, они убили кого-то. Возможно, они убили кого-нибудь... бочки или где-то залутали. Вот так, по-моему, можно пользоваться оружиями, если ты выбил где-то с аирдропа или еще чего. Хорошо. Сколько стрел? Стрел 27,4.
Ух, что-то подлагнуло. Здесь где-то чувак спал? Я видел ведь издалека. А где он? Парень. Не вижу. Не вижу. Странно. Странно и очень странно. Куча домиков, причем будок на один фундамент без дверей. Вот это вот, конечно, надо как-то запрещать делать, потому что Лего не может туда попасть и что-то сделать плохого вам. Вот в чем вся проблема всей этой истории. Бинты на полную, две штуки. Это не совсем хорошо, что два бинтика только есть. Мы видим бочку. Давай, пайпуху и патроны белые еще. Ох, вот это было бы классно. Но на что мы надеемся? Мы надеемся на самодельный молот, которым можем в сан... Что это было? Я подумал... Что это было? Кто-то топает. Кто-то топает, бомжик. И я по нему не попал. Где он? Бомжикус. Эй, бомжикус. Он же здесь был. Что-то я не понял. А, вон они. Они пошли куда-то забираться. За Лутенским. И у одного арбалет. Хедшот зарядил одному. Еще раз зарядил. Еще раз зарядил. Он умирать не будет? Еще раз зарядил. На. Отлично. Это минус два. Отлично. Как же так? У них где-то ключ еще. А, эксплозив, у меня не было экспы. Жесть, что я сейчас натворил? Ребята, что я сейчас натворил? Я честно не понял, что я сейчас натворил. Но тут у пацана где-то был арбалет. И это было жестоко. По-моему, это было чересчур жестоко. Вот это вот покруче будет штука. Возьмем еще чертежи. Где у тебя здесь был арбалет, мой сладенький парень? А, вот эти стрелы мы выкинем. Где-то у него, по-моему, был здесь арбалет. Вон он лежит. Вижу. Быстрее, быстрее, быстрее. Вижу один арбалет. Стрелы, блин, это скоростные. Зря я, конечно, так быстро стрелы выкинул. Все-таки я их возьму. Пустая банка. Вот это тоже возьму. Блин, это было жестоко. Это было жестоко, ребят. Это заслуживает огромного лайка. Это просто было мясо. Дичайшее мясо. Вот так вот. Вот это сюда заряжаем. Вот это сюда. Кушаем яблоко. Он какую засадил стрелу-то? А я эту взял, как ее? А, ключ. Ключ я взял. Хорошо, ключ взял. Где их дом-то, интересно? Ну уж по-любому не вот эти вот громадные хоромы. Чьи это громадные хоромы? Если у них есть оружие, то это будет печально. Опс, там что-то строят. Что-то строят, апгрейживают печку. Обалденно. Обалдел, да? А где он? А куда он пропал? Я ему ведь хедшот так хорошо залепил. Другой там... Опаньки. Еще бы хедшот залепить. У них хорошая броня. Я, пожалуй, отойду. Не хочу умирать, пока есть все у меня. Во, они за мной уже побежали. Вот, один что-то пошел на какую-то гору. Но я так и знал, что они в бронике. Не совсем хорошо, надо валить, надо валить. Покушать мяско. Ну хорошо. Ух ты! Это что это такое? Это эти парни орудуют с пайпушкой. Понял? Они меня там ищут, что ли, в кустах? Ну, удачи им тогда. Я думаю, что мы... О, пожрать есть. Пожрать есть. Жалко, в хедшот я его не убил. Хотя и какими стрелял, интересно. Ой. Если бы я попал бы деревянными, тогда бы я бы его, конечно же, залупил. Это что это из дерева и неправильно поставленные эти? Кстати, ракета у меня же есть? Ракета у меня, ракету... главное, что взрывчатое вещество есть. Я же ракету выучил. Алло, ракета, ты где? Не понял.
А я ее что, не выучил, что ли? Сейчас посмотрим. А, я же ракетницу выучил. Какая ракета-то, блин? Ракетница есть, ракета осталась. Вот что мне надо. Все хорошо. У кого-то он там что-то кочегарится, варится. Дайте бы эту пайпушку какую-нибудь. Мне бы тоже нужна пайпушка. Опс, это кто там спрыгнул? Чё? А, я думал, у него замка нету. Думаю, нифига себе, парик. Парик-то отличный. Дом я, наверное, буду строить в следующей серии. Чё у него здесь? Когда не успевает нафигарить брони... Там кто-то топает. Когда они успевают зафигарить бронированные двери? Вот я просто в шоке. Сколько у меня здесь ткани? 10? Хорошо. Вот это как дал штуковиной. И все, и чувак отлетел. Но он, я так понял, не будет выходить. Побежали дальше. Будем сейчас бегать. Надо, по идее, на аэропорт куда-нибудь свалить. Наверное. Че, пойдем на аэропорт? На спутниковую тарелку, кстати, там очень много чертежей можно набрать. Поэтому те парни строились, наверное, возле тарелки. Сейчас наберем здесь камни, дерево. Все хорошо. Ключ. Я вообще не знаю, где можно найти дом с ключом от двух подсыков. Скоростная стрела. Такое дерьмище. Просто дерьмище. Как я мог вот это пропустить? Потому что я всандалил в хэд и 3 раза в грудь. И только потом этот чувак помер. Но это как-то не круто. И на цистерну я бы еще хотел сходить. По заводам можно пройтись. Сейчас посмотрим, куда можно сходить. Подожди, у меня здесь есть где-то кирка. Сколько у меня стрел? 15. 15 стрел. Не так-то и много. Камни сейчас чуть-чуть рубанем на стрелы. И будем чисто издалечка пытаться. Вот этот дом, конечно, здоровый. Просто здоровый дом. Сколько камня уже? Камня 200? Ничего-то не могу понять, X1 остался или X2? Хорошо. Сейчас додолбим камушек. Кстати, ребята, заходите в группу на Rust Club. Там очень обалденный конкурс. Обалденнейший просто конкурс. Что в нем есть? Есть 3000 рублей, Gold VIP. Ой, Gold VIP. И еще какие-то крутые аккаунты. Не, аккаунты. Они даются на всю жизнь на Rust Club. Так что... А вот на каком, я не знаю. На каком, наверное, вы выберете. Так что, ребята, у вас есть все шансы выиграть все это дело и быть счастливчиком. Там, по-моему, репостнуть надо и все. Что еще здесь есть? Куда-то в горы я... О, что за домина? Что за домина? Здесь камни есть. Надо еще, наверное, стрел запилить. Стрел вот так вот. 20-69. Здесь куда? Здесь, наверное... А, здесь что-то не перезаряжается. А где лук-то? Лук, ты где? Люк, ты где? Что здесь? Здесь есть, кстати, камни. Может быть, где-нибудь здесь обустраиваться и пытаться строиться. Потому что что-то как-то странно. Один камень, два... А, вон там, пацаны. О, дверь какая-то. Дверь замком. Воу, 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 полегче. Полегче. Если сейчас подойдет, это будет такая ржака. Не подходит. Что-то не подошло. Деревянное копье, там чувак вон. Два чувака. Ну как так не попал-то? Воу! 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 Хедшот. Тихо, перезаряжаем вот эту. Не попал. Попал. Перевязываемся. Вот эту штуку прохиливаемся. Он там что делает-то? И где он? Вот он. Да что ж попасть-то не могу. Сейчас его кореш ведь выйдет. Опаньки. У него кровотек пошел. Отлично. Отлично! Что у вас есть? Пожрать, вот такие вот штуки, да? Хорошо. Еще что, у тебя что есть? У тебя ключ от дома есть. Хорошо. А ключ от дома, это тоже очень хорошо. Мы сейчас зайдем? Ладно. А что?
А как? Какой-то не тот, что ли, ключ? Не открывается. Он там что-то поменял, наверное? А что за байда? Не открывается. Давай скоростную стрелу. И пойдем лупить. Может, что-нибудь выиграю? А если вот этой штукой бить? Нет, так долго. Так долго. У них там ресурсы-то есть? Вот не знаю насчет ресурсов. Не знаю насчет подрейда. Но почему-то ключи их не работают. Почему ключи-то не работают? 21 стрела. Да, он скоростными стреляет. Подожди, нужно стрелять, по ходу дела, деревянными. И подбирать их. Ох ты, там еще сзади есть. Подбирать еще нужно. И быстрее лупить. Просто быстрее лупить. Наказывать. Ох, куда ты мышку закинула вверх. Вон какой-то пацан там что-то делает. Прыгает, что-то мутит. И выпаливает меня. Выпаливает. Я ему рассказал, что меня выпаливать не надо. Самое плохое, что вот нужно поесть что-нибудь. Потому что они мне могут насандалить. Вот это посадим. Это мне не надо. Берем вот эту. И вот если стрелы кончатся, это будет так печально. Поэтому нужно забирать здесь стрелы. Скоростные, не скоростные, без разницы. Дерева не хватает, чтобы сделать. А эти пацаны меня не окружают? А что у меня еще есть? Так, у меня тут есть всякая шляпа. Но это получается не от их дома, что ли? Ничего понять не могу. Хорошо, 12 стрел. Главное не сломать вот эту лестницу. Иначе будет все печально. Берем еще ключ. Ну как же так-то не открывается? Это, по-моему, дело не их дом. Потому что он бы спокойно открылся бы. Сейчас посмотрим, что там есть. Но раскидал двоих по-жесткому. Просто по-жесткому. Вот эту перебинтуемся. 90 стрел. Куда мне 90 стрел? Так. Сколько уже? 155. 154. Полтинник сбрил. Подожди, а там есть вообще смысл туда ломиться? По-моему, там нету смысла никакого. Почему они тогда тоже не ломали? Я вот этого не могу понять. Хорошо. 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 Лупим. Че, лупим тогда? Я не знаю, что делать. 6 стрел. Вот это нужно разрядить и спрятать. Хотя я лучше вот этот возьму. Все. Я просто такой с понча-понча бегаю и хеды выписываю. О, здесь какие-то пришли не русские пацаны, нифига себе. Поехали. 140, а было, по-моему, 150. Потому что это пошли скоростные стрелы, да? Блин, сейчас бы что-нибудь кинуть бы сюда бы. 135, но я хочу посмотреть, что там может быть. Просто хочу посмотреть. Лупасим. Лупасим как можем. Если они выйдут и мне с помпа в голову дадут, это будет жестоко. Сейчас перевязываемся. Отлично, дальше поехали. 122, какими я стреляю? Да, я скоростными стреляю. Был бы какой-нибудь, я не знаю, скоростной лук или арбалет, чтобы я это делал быстрее. Здесь даже, блин, рядом не нарубить нигде дерево. Лежат такие, отдыхают. А мне все равно еще жирка нужно где-нибудь. Короче, я не знаю, где я буду строиться. Наверное, где-нибудь в стороне цистерны. Туда пойду. Это мне отсюда куда надо идти? Это мне вообще вот туда надо идти. Мне кажется, в цистерне будет самый сок. А возле аэропорта всяко будут развиваться какие-то дикие подсыки. Ну уже, давай, сколько осталось-то? 114. Это мне еще 100 выстрелов надо сделать. Обалдеть. Сейчас кто-нибудь подбежит да убьет меня и все. И я трупак. И я просто трупак. Еще нужно... О, у меня уже моя штука растет, которую я посадил. Во. Долбим, долбим.
Это наш шанс. А представляете, крыша, если открыта. И туда уже кто-то с подсадкой забирался, а я тут стою, луплю. Но смотри, у него только одно деревянное осталось, а боковушки каменные. Ну неужели там ничего нету? Ну не верю я. Сколько? Ровно сотка. Все, идем к финишной прямой. Осталась соточка. Давай. Давай, нам повезет. 97. Ой, еще выстрелов-то сколько делать. Главное, чтобы мне в спину не прилетело. Все нормально. Фу, куда это я попал? В левый нижний угол куда-то. Подстава. Подстава, ломай давай дверь уже быстрее. Я просто какой-то ключник. Мистер Ключник. Работаем, работаем. Работаем, не покладая сил. Вернее, шотганы там кто-то пишет. Во, уже пацаны с шотганами ходят. Это ведь нечестно, 85. Хотя бы печка бы какая-нибудь работала, но печка не работает, нифига. Печально с этим. Ладно, лупим дальше. Сколько скоростных? 76 скоростных стрел осталось. Сюда мы точно поставили деревянную? Да, здесь деревянная. Арбалет с деревянной, это хорошо. Арбалет с деревянной, 13 штук. Я думаю, что если одно попадание в хедшот, становится больновато. 74, вот здесь нужно перевязаться, чтобы до 100 довести. А этот парень, который там палил меня все за камнем, сидит и угорает, наверное, надо мной, что там ничего нету. Хупс, хупс, хупс. Ломайся, ломайся, деревянная дверь. Я уже скоро приду. 60 с лишним осталось. Я чувствую, там пусто. Я просто знаю, что там пусто. Потому что в щели вообще не видно никакого лута. Если только он где-нибудь его спрятал, вот это тогда печально. 60 уже. Просто выходит на 10 хп и убивает меня с пайпа. Вот это будет жестко. 50 осталось. Всего-то 50. 50, 50. Никого нету. По-моему, никого нету. Тут уже нагнетается обстановка, потому что ровно 50. Ну сюда будем стрелять. А чё ломаешься-то? 49, 48. Давай, я уже устал стрелять. Я уже просто устал стрелять. И смотреть в разные стороны. Не потому что страшно. Кто-нибудь подойдет и убьет. Пока лута такого прям громадного нету, но ключи точно от кого-то есть. Вот, может быть, ту дверь надо попробовать. Вдруг получится. Видите, они своими ключами бегают, хрен пойми где. Опс, не выстрелил. 39. Только не открывай, пожалуйста, двери, не шарахай меня своей пайпой. Если там вообще кто-то есть. Если там кто-то есть. Но, по-моему, там никого нету. Вот этот дом я хочу проверить. Вдруг туда ключ подойдет. А где второй ключ? Во. А почему он не... Он же стакался. Во! Застакались ключи. Сколько? 30? Давай. 30 у нас осталось. Хорошо. 29. 28. Сейчас мы поломаем эту дверь и будем смотреть, что там мы можем найти. Может, что-нибудь найдем. А может, ничего не найдем. Опс. Опс. 23 уже. Давай. И пойдем вот к этой железной двери. Смотреть, что же там интересного может быть. Отлично. Ну, карта, конечно, большая. Так что заходите на сервак, развивайтесь в каком-нибудь потайном углу. И никто вас вообще не поймет и не найдет, где вы живете. 16. 15. Давай. Заберем сейчас все стрелы, какие только были. 14. Как же долго я прорубал эти двери. Я могу киты еще прописать. Кит на строительство. Что еще можно выкинуть? Вот это не надо. Вот это вот так. Это так. Надеюсь, он скоростными будет стрелять, да. Я уже все выкинул, что можно было. План постройки оставлю. Пригодится. Хотя бы, я не знаю, 3000 сульфура какого-нибудь выпало бы. Было бы хорошо. 5, 4, 3,
Сейчас будем заходить. Два. Только подальше надо отойти. И выпаливать. Опс. 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 Ничего не вижу. Так, что ты у тебя, братишка? О, ресурсики. Ресурсики у тебя есть. И, конечно же, там шкаф. И больше ничего нету. Красавчик. Красавчик, не поспоришь. Пойдем посмотрим вот эту железную дверь. Может, там замок будет? Ага, конечно, там кодовый замок. И надо сваливать отсюда подальше, куда-нибудь в правую сторону. Жалко здесь кодовый замок. Че у меня тут? 1300 дерева. Кирочку я пока выкину. Это выкину. Вот это сюда поставлю. Здесь я еще могу перевязываться. Вот так вот сделаю. Все. Сделаю. И можно будет попробовать завалить кого-нибудь с этого. С арбалета. Вот там может быть дом с ключом. Или это дом опять без дверей какой-то. Найти бы этот дом, а. Подожди, это какой-то вообще ромб-дом. Там я зарыдил уже маленький домик. А вот это что за дом? Вход будет или нет? Пожалуйста. Давай, с ключа вход. Ну, конечно, это вообще бесключевой дом. 100%, я уверен. Даже двери нет. Спорим? Да, да. Все живут в маленькой кибиточке и не дают ничего сделать. Идем сюда. А, не всех надо пытаться валить. Кстати, здесь же можно где-то пещеру найти и в ней построиться. Это будет жестоко. Где пещеру-то найти? Это будет нереально жестоко, если где-то построить, если где-то найти пещеру и построиться в ней. Потому что это самое легкое для бомжа место, где можно построить дом на максимальное количество ракет. И прятать там лут. Это реально, это просто сок. А эту штуку паркурную кто-нибудь залутал? Где это? О, блин, здесь ящиков много. О, пацан улетел. И побежал куда-то. И я, конечно, красавчик за ним. Куда он улетел? Он куда-то... Ох! Нет! Подожди, у него тоже должно быть мало хп. На, получай. Он побежал. Да как, не попал-то? Он отхилился. Вот так вот. Что-то там... О-о-о-о. Слушай, а ты вкусный парень. Ты очень вкусный парень. Ладно, ты не кричи. Жестоко, жестоко. Подожди. Нам надо сделать вот такие вот. А чё ж ты не жрался-то? Я сейчас вот так вот... Вот теперь я понимаю. Деревянную стрелу, пожалуйста, мне. И здесь тоже нормальная стрела. Вот это ты, парень, нормальный. Что я тебе могу сказать? К тем я не... Ого, там настраивают уже, что-то целятся куда-то, мутят. Сейчас я иду, спальник, это хорошо. Спальничек. Что, мы успеем прибежать куда-нибудь к цилиндру к этому или не успеем? А, это мы здесь были уже, я тут хожу где-то кругами. И постоянно кого-то нахожу. Что у него здесь было? 2000 камня? 800 этого, да? Тынч! Сейчас будем попадать и искать что-нибудь. Картечь 12 калибра. Дай мне пайпу. И я с этой картечью сделаю такое, что будет просто нереалтос. А, вот сюда, пожалуйста, еду. Зачем? Почему он еду? 16 МВК. Неплохо. Неплохо. Стрелы есть хорошие. Все, по стрелам порядок. Там кто-то что-то стрельнул с чего-то, что ли? Такой подбегал, подбегал, пытался меня обмануть. Но ничего у него не вышло. И он мог меня победить, на самом деле. На изи причем. Табличку мне не надо. Здесь что-то ничего не упало. Может, здесь что упадет? Лук только если. Фрагменты чертежей. Сколько чертежей? 500. 500 чертежей. А, улучшить, 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 улучшить. Улучшить. Собрать чертеж. Классно, классная штука, ребята.
Это что такое? С пайпой. Нифига ты. Пайпу бы забрать у тебя как-нибудь. Отдай пайпу, пожалуйста. Вот это плохо, что он туда побежал. К нему вообще подходить нельзя. Надо сейчас отхиляться. Так, вот это улучшить. Собираем чертеж. Изучить. 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 Все, нормально. Изучил. Не попал. Эх, этого пайпушника убивать надо. Но если он ко мне вблизь подойдет, все, мне хана. Мне хана. Вон он. Вух, прям над головой-то пролетело, а. Хорошо. Отлично. Сейчас в кустах он будет сидеть. Как мудачок. Где ты? Парниша. Вон он. Куда-то побежал. Типа я его не спалил, да? О, куда-то убегает. Куда-то убегает. Не попал. И он не попал. Сколько у тебя? Ах, не попал. У него два арбалета, два пайпа. И стоит, ждет меня. Ну-ну, конечно. Сколько мы будем с тобой развлекаться? А? Мистер. Мистер, мне просто нужно забрать твои пайпы. И все. Размансить тебя, как говорится. Фига ты там откуда стреляешь? Я даже не понимаю, откуда ты там стреляешь. Чё ты, где там? На тебе, держи. Прикольно, если бы попал бы в каску. Ага. Ух, сейчас бы попало бы в голову, а. Смотри, что делает. Давай еще раз, выходи. Ты куда? Куда он уходит? Он меня мутит. Он меня мутит. Вот сюда. Ох ты ж ё. У него очень хорошая броня. В смысле, он сидит там, не палится. Хорошо ему так, да? Ему очень хорошо. Как нам теперь с ним разобраться? Блин, но если он меня... Если он ко мне подойдет, это будет плохо. Где ты? Вот он. Ах, не попало. Опять. Ну смотри, какой хитрый чувак, а. Очень хитрый. Очень хитрый. Сейчас голову покажет, стрельнет. И убежит. Ну давай. Показывай свою башку. О, тыбочка. Сидит и выпаливает там в своих щелках. Потом просто бежит на меня вот сейчас отсюда. И все, и мне крандец. И мне просто крандец. Где он? Блин, как же я не хочу с ним связываться, а? Ты где? Вот ты где! Да ты достал уже! На, держи! Вот это лайкос, ребята! Вот это дичайший лайкос! Прилетело в Чимберлейку! Просто в Чимберлейку! Смотри, пишет мне в чате. Просто прилетело в Чемберлейку. Вот это жестоко. Нифига, у него зеленки были. Обалдеть. Обалдеть. Вот это он. Тотальный парень, конечно, ничего не скажешь. Это просто забей. Сюда. Сюда, сюда. Ну все, дожди. Ты отсюда. Кости не надо. Надо сваливать отсюда. Мне что-то надо делать. У меня три арбалета. Вот это не надо, вот это не надо. Вот это сюда давай. Или вот так вот. Здесь что у тебя? Пулю давай. А нет, подожди, реально, картечь давай. Картечь. Картечь, пожалуйста, мне запилите. Картечь есть. Это есть. Лук, я не знаю, пока оставлю. Это есть. 2500.
Ну, прикольно, прикольно прилетело, пацану. Я сейчас где брожу-то вообще? Ага, мы можем сейчас здесь что-нибудь залутать. Пайпухи надо оставлять где-то, понимаете? Что пайпухи, с пайпухами нужно бегать. Пока где-то их достали, я тоже должен с ними ходить. Сейчас темнота будет, нифига здесь. Слушай, пойдем дальше, наверное. Пойдем дальше. И где-то в сторону цилиндрика. Где-то там останемся. Такс, куда здесь идем? Постоянные эти крики там в чате. Если прилетело четко. Спасибо мне за пайпухи. Ё-моё. Мы сейчас просто можем делать бесконечно этот. Мы можем делать патроны бесконечные, с ними бегать. И уничтожать, карать. Вот это будет круто. Куда бежим? В сторону цистерны, наверное. И где-то там надо загаситься будет. Сейчас темнота, надо быстрее убегать. Ого. Это кто-то стреляет. Уходим. Уходим. Где построиться? Вот я хочу где-нибудь построиться. Может, по центре карты, вот там где-то в пустыне. Дерево 855, но у меня еще есть этот. Подожди, сколько жира? 38. 38 жира. А мне по-моему, одну печку только дадут. Это неплохо будет. Вот это большой камень, который можно нагрызть и сделать что-то. Блин, ну может быть, я здесь вход в пещеру найду. Было бы вообще круто. Сейчас нужно будет скоро... О! Парнишка. Парнишка с жиром. Это хорошо. Жир нам нужен. Как я долго выжидал этого пацана, чтобы ему влетело в голову. Так, поехали. Все, пошли дальше. Сколько жира? 45. 45, и это получится освободить один слот. Извини. Да вот это мне не надо, вот это мне не надо. Вот так и вот так. 60, хорошо, еще на печку есть. Еще есть одну на одну печку. Здесь нужно аккуратнее сейчас ходить. Вдруг дома, темнота, ничего не понятно. И страшно. Что мы сделаем? Мы сделаем сюда перевязалку. 600 сульфура. Нормально набрал. Куда мы сейчас уйдем? Цилиндр это хорошо. Цилиндр это хорошо. Надо куда-то повыше, наверное. Вот за эти горы куда-то. Куда-то туда, наверное. Рядом с цилиндром, что ли, где-то, я не знаю. Ну, блин, где вход в пещеру? Был бы вообще крутяк. Вход в пещеру дайте мне. Классно, я потратил фрагменты чертежей. Лучше бы оставил на что-нибудь. 500 с лишним было. 500 с лишним чертежей. О, стало темно. Давайте я сделаю вам, чтобы было светло. И вы обрадуетесь. Так. И вот так вот. Сейчас... Калибровка цветов монитора. Я у вас-то сделал, а у себя нет. Все. Хорошо. О! Зеленая штука. Еще одна зеленая штука. Это мне не надо. Куда мы пойдем строиться? Ну, сейчас все. Сейчас нужно не перегибать палку и просто строиться. Можно, конечно, где-нибудь в горах. Ну, хотя, ну, блин, пока я накручивал, ночь быстро прошла. Можно где-то на цистерне. А можно где-то... Так, если я стану рядом с холмами, это будет плохо. Меня с холмов могут насадить. Где же мы можем построиться? Надо еще найти место, где респ камней, чтобы был. Что-то камней я вообще не ощущаю. Где какой-нибудь респ? В основном он должен быть возле гор. Но что-то здесь я пока не вижу. Никаких ни гор, ни шмагор. Ни того, ни сего. Опс, опс. Будем здесь бродить. Будем эту территорию, короче, осматривать. Сейчас построим какую-нибудь халупайку. Вот три камушка, четыре камушка. Здесь они будут респаться, значит. Можно чуть повыше и прям рядом с цилиндром. Но меня тогда могут здесь за нефиг делать, зарейдить. И меня и зарейдят, 100% вам говорю. Меня зарейдят, если я здесь построю. Кому не лень, будут тупо проходить и наяривать. Можно вот эти скалы все захватить. Так, подождите. Убирать надо. Убрали. И убрали. Больше настраивал, чем делал. Все, главное пайпы сейчас не просрать. Здесь вообще никто что-то не построился. По идее, если никого нету здесь, что такое?
А, это вышка. Слушай, а может быть вот где-то здесь, вот на этой скале, оградить ее, и чтобы просто не дать никому забраться? Как вам такое? И просто здесь сделать много домов на этой скале. И хер поймешь, что здесь где будет. Как вам такая идейка? Просто здесь дом, здесь дом, здесь дом. Просто пытаться их как-то оградить. Ну не знаю, но это конечно бредово. Но попробовать можно. Будет как-то, ну, красиво что ли. Сейчас мы запилим бумагу. Бумага, бумага. Все, вот она бумага. И чертежи. Господи, какие чертежи, они же у меня есть. Вот это я профессионал. Кияночку. Кияночка готова. И сколько здесь можно воткнуть фундаментов? По-моему, это плохая идея. Здесь вообще даже нельзя строиться, как я понял. Все, понял. Ухожу тогда с этих скал. Иду в другое место. И надо где-то воткнуться. Опс, аирдроп летит. Аирдроп причем рядом. Значит, там кто-то живет. Значит, тут живет випер. А если я заберусь вот на эту гору и там попробую построиться? Давайте попробуем забраться на гору и построиться. Это сюда пока. Вдруг на нас кто-то будет нападать. О-о-о, аирдропчик. Аирдропчик, ракету и изи. Изи просто вин. Фармить на ракеты и взрывать мини-дома со старта. Вот это круто. Вот это просто реально крутотень. Надо сейчас забраться. О, там дом. Кто-то встал. Ё-моё, кто-то встал. Это нехорошо, что кто-то встал. Это очень плохо. Такс. Здесь мы сможем построиться где-нибудь в скалах? Где-нибудь наверху. Вот здесь вот вообще будет классно спускаться. Никакого обзора. Вот давай еще выше. Еще попробуем повыше забраться. И все, наверное, сейчас бегут на этот аирдроп. В надежде, что его лутанут. Подожди, здесь вообще зима какая-то. Вон он там падает. Обалденно. А там чем чувак, который встал, где он? Опс, кто-то идет. Опс. Отлично! Вон еще идет пацан. Бежит даже. Обалденно. Опс. Да нет же ж! Ну и, конечно же, я все просрал. Чувак, подними! Я свой! Чувак, подними! Чувак! Подожди, я его тоже убил. Вот это да. Вот это да, мы убили друг друга. Чувак! Ты умираешь, да? Братишка! Я тоже. Жесть, ребята! Как туда добраться? Я припотею туда добираться. Ну-ка, мы убили друг друга. Мы убили друг друга, и я все просрал. Хорошо, да, когда все просираешь? Во, нормально. Чешем, чтобы туда успеть. У меня просто ничего нету. Просто пусто. Пустота. Просто пусто. Пустота. Нету смысла туда чесать. Пока я туда приду, они, походу, дело там жили. И бежали. И, походу, дело меня спалили. Я же их еще убил. Ах. Ну вот. И вот и пещера, ребят. Вот и пещера. Ну что, я как обычно? Я как обычно. Все просрал. Все просрал, как обычно. Это надо уметь. Оу. Кто-то еще стреляет по мне? Ну да, отлично. Ну что, ребят, встретимся в следующей серии. Отлично, пацан. Я пойду построю где-нибудь дом. Сейчас нафармлю тогда ресурсы. Немножко, как обычно, не получилось. Немножко не срослось. Но убили мы друг друга. По сути, вот такой вот конец. За концовку лайк. Обязательно. Ну что, всем пока-пока.